Участники Новороссийского велоклуба «Велосоюз» проехали через Славянский район. Перед тем, как появиться в нашем городе, молодые люди намотали на колеса несколько сотен километров. Через Славянск на Кубани пролегал маршрут большого велопохода, который организовали энтузиасты. Велопоездкой по юго-западной части Кубани члены клуба хотят обратить внимание на историю родного края, на связь его прошлого и настоящего. Этот тур протяженностью около 1500 километров – ежегодная часть большой велоэкспедиции «Велопрорыв», которая в этом году приурочена к юбилею Великой Победы. Отметить про себя здесь, в уме, в сердце – это юбилей Великой Победы, в которой, наверное, не осталось к которой никого равнодушного, потому что практически в каждой семье есть родственники, которые участвовали, погибли, может быть, кто-то жив до сих пор остался. По маршруту следования нашего мы обязательно заезжаем на памятные места боевой славы, на небольшие памятники, обелиски, посвященные Великой Отечественной войне. Таких мест в Краснодарском крае просто в переизбытке, даже в самых маленьких хуторах, которых порой на карте нету, есть подобные хотя бы там мемориальные доски, какие-то небольшие там обелиски, памятники. Участники велотура намерены объехать весь край. За это время они посетят 51 населенный пункт, побывают в самых интересных, знаковых исторических и географических местах. Год назад с велопрорывом они уже объехали Таманский полуостров. Своеобразный велоотчет поклонники этого вида активного отдыха смогут увидеть в социальных сетях. Велосипедисты ведут путевой дневник, где выкладывают фото, рассказывают об истории мест, которые посетили, делятся впечатлениями.